И завершает сегодняшний ролик даже не видос, а слайд-шоу из ТикТока. Тут автор показывает нам, что довольно редкую маску «Слепой дворянин» можно купить за серебро. Уж не знаю, байт ли это или разрабы решили нас порадовать. Давайте узнаем. Давай, я захожу прямо сейчас в прайм-тайм в магазин серебра. Эй, иди давай. Так. Магазин серебра. А, вот он, вот он. Ага, Артём, и тут ничего нету. Ой, какая неожиданность. Ты прикинь. Сейчас, смотри, я листаю его до 59. Ну, тут есть за 59 шапка какая-то. Какой-то берет красный. Маха. Так может, она и есть? Не, там же повязочка на глаза. Ну и, короче, no real, да? Короче, это опять обман какой-то получился. Ну, вообще, жесть. Значит, это опять корейский паб, ребят. У нас к нему нет доступа, да это и никому и не надо. И с процентом 90, что это чисто корейский паб. 100 тысяч лайков, мы летим в Северную Корею проверять. Кстати, подписывайся на мой YouTube-канал, там еще много интересного.